Что ж, будем смотреть, чем завершится третий овертайм. Да, первых двух дело до буллитов не дошло. Как-то сейчас будет. А вот первая атака торнадо, Сохина. И шайба в воротах. Вот о чем я говорил перед овертаймом. 6 секунд. Я говорил перед овертаймом, что девушки с места в карьер берут. Вот получился вот такой овертайм. Обидно, конечно, для «Динамо».